Новый директор Новосибирской филармонии Татьяна Людмилина намерена превратить зал имени Каца в главную концертную площадку города. Мне кажется, что, учитывая, что сегодня далеко не каждый город может позволить себе сделать такой большой прекрасный концертный зал, мы должны предоставить такой спектр услуг, чтобы каждый житель города Новосибирска и Новосибирской области нашел для себя что-то интересное и стремился посетить наш зал. Бывший директор театра «Глобус» сменила на посту директора филармонии Александра Назимко. Академический молодежный театр возглавила Елена Алябьева. Она уже заявила, что никаких кардинальных перемен ни в репертуарной политике, ни в работе труппы она предпринимать не намерена.